Всем привет! Сегодня мы покажем, насколько легко и быстро установить фирменный кофр на CF Moto X8 HO и продемонстрируем его преимущества. Устанавливаем 4 комплекта быстросъемных механизмов в отверстия на нашем кофре. Для установки кофра не требуется никаких специальных навыков или инструмента. Достаточно взять сам кофр и поместить его в соответствующие пазы на задней площадке. Нам необходимо открыть крышку и от руки до упора затянуть быстросъемный механизм. После этого установка кофра завершена. Кофр выполнен в дизайне самого квадроцикла и дополняет его образ. У него имеются подштамповки под ручки для выталкивания квадроцикла из грязи, а рельефные боковины добавляют жесткости и увеличивают прочность самого кофра. Наш кофр способствует комфортному размещению пассажира. Также он имеет площадки для дополнительных канистр, вандалоустойчивые замки на ключе и уплотнительную резинку для герметизации внутреннего пространства. В наш кофр легко помещается 2 шлема и 100 литров поклажа. На кофр вы можете установить до 4-5-литровых канистр. Еще 2 канистры вы можете установить на переднюю площадку вашего квадроцикла, что в сумме с 4 на кофре даст вам 30 литров дополнительного бензина. На этом все. Счастливых вам путешествий. Спасибо, что выбираете нас.